А как зайти в зал вообще? Туда. А только один вход есть. Да. Мужчина, можно? Если я хочу немножечко побросать. Может, дело от кроссовка, когда меня не пускают. Может, мне дашь свою кроссовку? Может, пусть посиди, да, нет? Куда-то я забрел. О, это же город Львов. Всем привет, друзья! Вы просили деда, дед пришел. Сейчас я слышал, что здесь где-то проводятся баскетбольные соревнования. Я хочу тышком-нышком на них поучаствовать. Об этом еще никто не знает, но сейчас узнает. Внучок вот подсказывает, чтобы вы нажали на лайк и убедились, что вы как подписались на канал. Вот. Ну что, давай. Что, я пошел. Ой, хоть бы не убили сейчас. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Куда? В какую сторону идти? Солнца нет. Буду по ветру ориентироваться. Ой, ты ё-моё. Ух, небольшой перекурчик. Фух. Ладно, пошли дальше. Как тут? Куда идти? Давай людей попробуем спросить сейчас. Здравствуйте, Александр Олегович. А как зайти в зал вообще? Туда. А только один вход есть? Да. Понял. А саме тут і саме зараз ми починаємо розминатися, розігріватися перед матчем усіх зірок. Дуже відомі люди будуть на цьому майданчику. Посчитал, что их двое и трое. Я как раз спешусь, если никто не хочет. Я просто для компании просто посыпь подавать. Мужчина, не, я думаю, вот там посыпите трошки, добре. Кого же не нашли? Я не буду на 6 гранцов, все нормально. Просто... Я еще пару раз брошу вас.
давай хоть разок попадай. Ах, ты читер, где? Попал же. Как вас зовут, мужчина? Александр Олегович. Александр Олегович хочет приобразиться. Дай голоску Александру Олеговичу. Все-таки мы уважаем его, старый. Дай ему такие доклады, Таня, Дима, Толя, Стас, Сергей и Александр Олегович. Вы точно впевнені, Александр Олегович? А я буду на подстрахов. Якщо ПК потрібно, ви скажіть. Да, да. Путь к достижению любой цели лежит через настойчивость и тяжелый труд. Вся гениальность в простоте. Если ты соблюдаешь режим сна, питания и тренировок, ты достигнешь всех физических кондиций, о которых мечтаешь. Именно поэтому я создал тренировочную программу GoUp, которая поможет тебе шаг за шагом приблизиться к своей цели и двигаться только наверх. Более подробно о всех программах будет по ссылке в закрепленных комментариях. Переходите и обязательно двигайтесь только наверх. Нормально было? А теперь погнали смотреть, что там вычудил дед. Ну ясно, я подразумела. Не сыгранные просто. Ну шо ж ты сбиваешь? Рано, как же собачка, УСЛ 3 из 3. Робите репосты, відключайте УСЛ у соцмережах. When you wish to
be free and look up to the sky and call on me. Хочу забить дан без разбивки. Сейчас отгоните его. Конечно. Александр Олегович, шановные судьи, у нас второе коло. Мы распочинаем и... Yeah.
Собери, собери. Давай, 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 давай. Не піддається сьогодні кільця. Ой, це давно, давно було діло, ще 50 років тому. Вот такие вот у нас пироги, ребята. Я выиграл в игру, выиграл на данконтесте. Дедушка все смог. Дедушка заслуживает на хороший комментарий, на лайк и на подписку. Ну, говори. Вот, спасибо, что досмотрели этот ролик до самого конца. С вами был Александр Олегович. Увидимся. Если наберем 40 тысяч лайков, увидимся в новых крутых видосах с дедушкой. Пока. What's up, мой дед? Ходи.